Итак, посольство России в Швейцарии направило в МИД страны ноту в связи со сближением военных самолетов с российским пассажирским лайнером. В документе выражается недоумение и сообщается, что Россия ждет от Берна разъяснений. Речь идет об истребителях швейцарских ВВС, которые накануне были подняты в воздух и какое-то время сопровождали самолет специального летного отряда «Россия». Этим рейсом из Москвы в столицу Перу Лиму летела часть российской делегации и журналисты, которые направлялись на саммит АТЭС. Мы вчера обратили внимание на сообщения российских журналистов, представителей президентского пула, журналистского пула, которые следовали в Лиму для освещения работы российской делегации на саммите АТЭС. Речь шла о том, что, пересекая воздушное пространство Швейцарии к российскому борту, на точке зрения журналистов опасное расстояние приблизились несколько истребителей. Как они поняли, речь шла о швейцарских истребителях, которые сопровождали самолет. Еще раз подчеркну, что особое беспокойство у пассажиров самолета, российского самолета, вызвало достаточно близкое расстояние, на которое приблизились эти истребители. Мы не оставили незамеченными сообщения средств массовой информации на эту тему, и наше посольство в Швейцарии запросило разъяснение у швейцарской стороны. Ждем объяснений и соответствующим образом на них прореагируем, когда они будут даны.